Всем привет, мои дорогие! У нас сегодня 21 марта. За окном солнышко, снега становится все меньше и меньше, а грязи больше. Но ничего, в пятницу обещают уже прям плюсовую температуру. У нас все подсохнет, снежочек в ближайшее время растает. Давненько я не варила овсяную кашу с бананом. Сегодня вот на завтрак решила сварить. Мы втроем приехали в Гулливер. Привет. На второй этаж? Ну да. Да. Сегодня поделюсь с вами, что буду готовить. Я сегодня утром отварила филе бедрышек. У меня здесь бульон. Здесь филе бедрышек куриных. Хочу сварить куриный супчик. А еще на вечер приготовлю форель в духовочке по кусочку. Сейчас картошку порежу, морковку, лучок тоже постругаю. И быстренько приготовлю супчик. Под жарочку добавлю сливочное маслечко. Когда лук у меня немножечко поджарится, попассируется, я его сдвигаю в стороночку и на половину сковородочки выкладываю морковку. Тушу ее отдельно. Когда морковка приготовится, тогда я уже все вместе перемешаю. Таким образом, мне кажется, морковка не так сладит в поджарке. Для супчика это идеальный вариант. У меня уже закипела водичка. Если для супчика мы покупаем домашнюю вермишель, лапшу, то я ее сразу добавляю в суп. Если мы покупаем такую паутинку, вермишельку такого плана, то варю я ее всегда отдельно. А потом уже добавляю в бульончик. Так вермишелька не превращается в кашу. Картошку забросила в бульон. Картошечка варится. Поджарочка готова. Вермишель готова. 2 минуты я ее поварила. Водичку слила, добавила сливочное масло. Вермишелька рассыпчатая. Идеально для супчика. Ну вот наш супчик и готов. Поджарочку добавила. Сейчас немножечко прям вскипит. И выключаю. Деток покормила обедом. Иногда мы с Тимохой смотрим видосики какие-нибудь молодежные. Мне Тимоха показывает. Попила кофе. Посмотрели с Тимохой видео. Мне очень интересно быть в тренде со своим ребенком. Тимоха мне частенько предлагает посмотреть видео такого вот молодежного формата, каких-нибудь молодых блогеров. Я с огромным удовольствием соглашаюсь, мне очень интересно. Я думаю, что нужно поддерживать своих детей, шагать в ногу со временем, проводить больше времени со своими детьми, со своей семьей. Я люблю посмотреть видео с Варюшкой. Считаю, что нужно чувствовать своих деток, нужно быть рядом, как-то поддерживать, чтобы они понимали, что мама, папа тоже современные. И так будет всем интересно друг с другом. Волос? Да! Сидеть. Кушать. На ужин салатик у нас с
пекинской капустой, огурчиком, немножко сыра и приправок. Добавила оливковое маслечко. И рыбка приготовилась в духовочке. March 3. Мы приехали на набережную. Ровно неделю назад мы гуляли по набережной. За недельку прям хорошо все подтаяло. Деловая колбаска. Давай, пока. Да. Смотрите, как я сейчас раскручу. Мы нагулялись, возвращаемся в машину. Погуляли сегодня по набережной очень хорошо. Весна и лето – это для меня самые замечательные времена года. Солнышко, тепло, погода просто чудесная. А вы какое время года любите? Поделитесь в комментариях. Когда мы уже после прогулки возвращались домой, надо было, кстати, это заснять. Мы с Игорьком обратили внимание, что на реке Урал льда стало чуть меньше. И уже когда мы ужинали, увидели в оренбургских пабликах, лед тронулся. Красота, конечно, такая, как плывут льдины. Значит, что скоро лето. И это здорово. На этом, мои хорошие, будем заканчивать наш влог. Спасибо, что посмотрели это видео. Будьте здоровы, всем удачи и хорошего настроения. Всем пока-пока!